Вчера официально продлили бесплатную приватизацию жилья. Опять на 2 года. В третий и, уверены депутаты Госдумы, в последний раз. Всего в России остаются неприватизированными более 4 миллионов квартир. В столице Чувашии осталось еще около 10% такого жилья. Бесплатная приватизация жилья в России должна была закончиться 1 марта 2013 года. Она началась в 1992 году, и ее сроки уже дважды продлевались. Каждый раз накануне окончания бесплатной приватизации в органах БТИ выстраивались огромные очереди. Люди брали штурмом организации, занимали очереди с ночи, ругались в управляющих компаниях. Так было буквально до конца прошлой недели, отмечали в Чебоксарском бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда. Народу сейчас здесь мало, но тетрадка с записью очереди осталась. Виталий Павлов тоже решил приватизировать жилье. Признается, что долго думал, поэтому документы начал собирать только в начале января. Да, я знал 1 марта. Вот именно и на сегодняшний день хожу. В конце 2012 года для приема документов срочно приняли на работу еще 18 человек. Документы принимали и в МФЦ, но очереди не уменьшались. Ведь нужно не просто сдать документы, нужно сдать правильно оформленные документы. В БТИ отмечают, уже сегодня чувствуется, что приватизацию продлили. Что это для нас благо или нет? Конечно, напряжение спало очень резко. Но я даже не за все БТИ, а вот в частности за наши БТИ говорю, потому что даже это было возможно связано с социальной даже напряженностью. Вместе с МФЦ, ну они как бы тоже на себя брали эту часть работы по приему заявлений, в день где-то выходило у нас порядка 100-120 уже принятых заявлений, не говоря о том, что мы еще отказывали, у кого-то не хватает документы. И сейчас вот, ну, буквально еще, как мы видим, очередей нет, но в день где-то 30-40 заявлений еще как бы мы принимаем. В среду депутаты продлили бесплатную приватизацию еще на 2 года, до 1 марта 2015-го. Но некоторые эксперты предлагали сделать ее вообще бессрочной. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.